житель города Хмельницкий. Рост 176, вес 65, возраст 21. Кандидат мастера спорта по боксу, профессионал. Рябинин Владислав по прозвищу Пак. Возраст 20 лет. Является кандидатом мастера спорта по боксу. В спорте 2 года. Пришел только за победой показать себя. Давайте поддержим бойца. Вау, вау, вау. МС всего за год тренировок. Напоминаю. В свою очередь, никакие Чернобрывец. Никакие, да, Чернобрывец. Цыган. В свою очередь. Уже. Все, что надо. Но есть преимущество в росте. Видим, что преимущество в росте у Пака несомненно. Итак, начинаем более сгруппирован. Видим, как Чернобрывец, Цыган. О, ой, жестко встретил джебом сейчас. О, и по корпусу, да. Браво, о, еще один передний боковой, отлично. Нокаут! Нокаут в первом раунде! Это нереально. Это конец, по-моему. Он шатается. Ты посмотри, насколько сгруппирован просто Цыган. Идеально работает. За победой пришел. Идеально работает. Готов? Так, еще одна попытка. Видим, да. Бой! Но я бы советовал лучше бы Паку поднять руки повыше, потому что пропускает очень, очень жестко бьет, да, это и работает как, да. Цыган. Очень работает жестко Цыган. Это глухой нокаут. Это было, было красиво. Это глухой нокаут. Это было вот красиво. Вот это работа от Цыгана. Это нереально, блин. Все. Насколько жестко. Едут только за победой. Ты знаешь, есть много бойцов, но есть из этого сгустка спортсменов те люди, которые бьют именно как рельсы, блядь. Вот это именно тот самый случай, когда человек просто наглухо врубает. Красавцы. Нереально просто. Дыши. Это было, да. Фу.